Привет, водитель! Если тебе быстро нужно прокачать опыт и деньги в играх Euro Truck Simulator или American Truck Simulator, то это видео тебе поможет. Сейчас я тебе покажу, как это можно быстро сделать с помощью программы Tool. Там буквально тройку кликов сделать, и у тебя на профиле будет много денег. Еще тройка кликов, и у тебя будет прокачан опыт в профиле, например, до 100 уровня. Ссылку на программу ты найдешь в описании. После того, как скачаешь, распакуешь архив и откроешь прогу, обязательно ее обнови, чтобы у тебя была самая свежая версия. Сделать это можно, нажав кнопку «Помощь», «Скачать», «Проверить наличие обновлений». Теперь переходим к прокачке профиля. Первое. У тебя открыта вкладка «Профиль». Теперь выбираешь из списка свой профиль, в котором ты хочешь прокачать опыт. В моем случае это новый профиль с названием Tools. Нажимаешь кнопку «Загрузить», профиль загрузился и готов к прокачке. Прокачать ты его можешь либо максимально до 150 уровня, нажав кнопку Max, либо прибавлять по 10 уровней, нажимая кнопку «Плюс 10». Также здесь сразу можешь прокачать все навыки или какие-либо по отдельности. Как только закончишь редактирование, то нажимай кнопку «Сохранить». Все, опыт мы с тобой прокачали. Теперь переходим во вкладку «Компания» и приступаем к прокачке денег. Мечтал стать долларовым миллионером? Окей, сейчас станешь за пару минут. Если у тебя не загрузился профиль, нажимай кнопку «Загрузить» и выбирай из списка «Профиль для прокачки денег». Теперь в поле «Средства на счету» вписывай сумму, которая тебе нужна, и нажимай кнопку «Сохранить». Точно так же ты можешь прокачать деньги и опыт в American Truck Simulator, нажав вкладку ATS и проделав то же самое, чем мы сейчас с тобой занимались во вкладке ETS. В качестве бонуса ты еще можешь через эту программу купить все гаражи и расширить. Выделяешь гаражи, кликая по ним, нажимаешь кнопку «Купить» и потом «Расширить». Теперь тебе остается зайти в игру и посмотреть, все ли у тебя получилось. Вообще эта программа умеет много чего делать. Например, можно создавать разные грузы для прямых перевозок. Но это уже другая история. И о ней я поведаю тебе в следующих видео. Чтобы не пропустить видео, подписывайся на канал. На этом все. Увидимся на дорогах, водитель. До встречи.